Всем мое почтение, друзья! И сегодня, 3 июня 2022 года, произошло вот такое вот событие. Я считаю, что очень положительное. Владимир Зеленский, президент Украины, считаю, один из лучших президентов Украины, предоставил украинское гражданство, я считаю, что самому лучшему борцу с путинским режимом в России, Александру Невзорову. И его супруги. Так сообщает Антон Геращенко, советник главы МВД. Если это реально правда, а я считаю, что это правда, то это очень хорошая такая новость. Считаю, что Невзоров – это человек, который боролся словом против режима Путина. И если он получил гражданство Украины, такое, как и мы, все имеем. Это просто супер. Я хотел бы поздравить Невзорова и Зеленского и нас всех с тем, что наши ряды пополняются такими людьми.